You'll heard the news from Liman in Donetsk region. That particular victory of Ukraine completely ruined Russian morale, and now lots of Russian soldiers just want to go home, which is not in Ukraine. In the next interception, you'll hear Russian who perfectly describes what Russian soldiers feel about this war right now. Let's go. Погода, страна, говно, алло, да. Нам сюда полезем, страна нужна, просто в карманах земля, в кусах земля, весь в грязи, как чему от консервов уже тошнит. Да я надеюсь, раньше, потому что закончится. Сегодня что-то говорили, наши списки, да, списки наших фамилий зачем-то собирали. Мы шли когда сюда вот выступать, где я сейчас стою. Здесь же рация есть, и вот по рации пацаны говорили, что собирали списки. И говорит, походу только ракетчиков. И у меня прям такая надежда, думаю, может нас соберут и вывезут отсюда. А может просто подбивают списки, кто где находится. Кто знает. Потому что вот у меня командование, наше конченое, наша дивизия, блядь, ебёт, где я есть. И даже не интересуется, им вообще. Ты, если что, запоминай. Рядом со мной, вот прям рядом, вот мы почти в ней находимся, деревня Шипилова. Шипилова? Да, как-то так она там по-хохлядски, блядь, написано, но вроде Шипилова. Чё? Они же не прослушивают. Да слушай. А я думаю, что они стрелять потом будут. Ну, больше не буду ничего говорить. Просто запомни, где если что, меня искать. Командованию моему передать. Пусть хоть знают, где я есть. Все до одного. У вас что, какие вообще новости? Стёпка где? Отсрочили. Что? Из-за детей, да? Ну, слава богу. Какая детей? У него только трое детей. А остальные детей не забирают. Another downer for Russians is ongoing mobilization. As usual, the mobilization Putin announced is not the same as the actual mobilization in Russia. They just grab everyone they could, according to the next intercepted phone call. Let's listen to it. Что там Саша говорила ты мне? Саша, чего? Он еще дома? Где его уже увезли? Он, короче, Саша, короче, в тайге, Стасия и Горюша, они, короче, все в тайге. Uh-huh. И вот, и туда, короче, в тайгу сейчас поднялась Росгвардия, короче, ОМОН, все полицейские, всех, короче, суют вниз, чтобы все оттуда спускались. И всем, короче, им пришла повестка, Саше нашему тоже. А Саша-то какого? Не служил в армии? Да, Алёша сейчас всех забирает. Половина будет на зачистке, половина туда к вам уедет. Ты сама знаешь, что такое? Ты еще говоришь, что это такое? Да, я знаю. Да, то только что мы сидели, разговаривали с Олей. Это Оля мне все и сказала. Я говорю, ты откуда знаешь? Она говорит, да кто-то приезжали уже. Вы понимаете, что такое зачистка? Да. Че? Зачищать людей. Зачищать людей? Это не так просто, что ли, сказано? Я тебе говорю, у нас тут вообще капец, что творится. Ну, понятно уже. С районах всех дергают, с Ланды всех дергают. Дедушек просто вообще забирают, которому под 60-65 лет. У нас уже половина, покинули Бурятию. Да? Right now almost everything is looking pretty good, except the fact that Russia continues to terrorize the civil population in Ukraine. Anyways, please leave a like and comment under this video to help me out on YouTube. Thank you so much for your attention and support. I'll see you soon, and goodbye to y'all.